Чаще всего новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией выявляют в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Воркуте и в Сыктывдинском районе. Об этом стало известно во время круглого стола в общественной палате КОМИ. На повестке стояли вопросы противодействия распространению таких болезней, рисков, мер профилактики, а также роли социально ориентированных НКО. Так, в КОМИ сохраняется высокий уровень пораженности, и повлиять на ситуацию могут как раз общественные объединения. Просто без подготовки общественная организация реализовать любой проект не сможет. Поэтому нам с вами здесь многоуровневая, многоэтапная работа должна быть проведена. То есть мы должны с общественностью проработать, вот какие направления, какой запрос, какие возможности у общественной организации, какие у них там есть волонтеры, какой направленности. Общественники пришли к выводу, что главным методом борьбы является старая добрая профилактика недуга, в первую очередь среди подрастающего поколения. А представители некоммерческих организаций посетовали, что не всегда могут участвовать в грантовых конкурсах, с чем представители общественной палаты пообещали впредь плотно им помогать.